Власти Башкортостана отдадут в частные руки два государственных издательства. В план приватизации на 2017 год включены крупнейший медиахолдинг «Издательский дом Республика Башкортостан» и издательство «Белая река». ГУПы планируют преобразовать в акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью, следует из постановления правительства. Объем основных средств издательского дома Республика Башкортостан без малого 149,5 миллионов рублей. Медиахолдинг выпускает главную государственную газету Республика Башкортостан и ряд районных газет. Стоимость основных средств издательства «Белая река» почти 47 миллионов рублей.